Сегодня 4 сентября, дожди, уже прохладненько, 13 градусов, но солнышко выглянуло, и не могу не порадовать себя и вас вот этой красотой. 1 сентября расцвели лилии, получается, это вообще чудо, вот расцвели такие граммофоны, вот такие граммофоны. Больше моей ладони. Вот это лилии. Долго стояли бутоны. И я думала, они уже засохли. И уже в этом году не распустятся. Нет, она решила еще меня порадовать. Вот как ей хорошо тут возле прудика. А эти лилии уже 2 месяца цветут. Это просто вообще невероятно. Невероятно. Получается, отцветают вот эти листочки, а внутри распускаются, изнутри вот выходят. Вот смотрите, эти отцветают. Видите, какая уже длинная шейка получилась из отцветших лепестков. А эта красота продолжается уже 2 месяца. Такая красота необыкновенная. Я просто даже не знала. Я раньше не выращивала лилии и не знала, что они настолько неприхотливые и настолько необыкновенные, шикарные. Говорят, что если удалить тычинки, то они будут цвести еще дольше. Ну, я не хочу трогать эту красоту. Уже сколько подцветут, запомню. 1 сентября они расцвели. Посмотрим, сколько эти будут цвести.